Казанский федеральный испокон веков дружит со спортом, и как минимум один раз в год шанс убедиться в этом получают все казанцы. Вот уже 64 года в университете проводится апрельская легкоатлетическая эстафета. Традиционно в ней принимают участие все неравнодушные к спорту и бегу в частности. Те, кто уверен в своих силах на дистанции, а кто боится подвести родной институт в группе поддержки. Мы должны все вместе как-то участвовать, все вместе соревноваться. Один факультет с другим, он институт сейчас уже один с другим. Так всегда было, это нормально. Иначе все будут жить просто отдельно друг от друга. Зачем? То все вместе же учатся в одном университете, должны друг друга знать. Здесь они знакомятся, общаются. Вот это обязательно. Обычно университетская эстафета проходила на следующий день после забега сборных вузов Татарстана. И многие спортсмены КФУ оставляли свои силы именно там. В этом году эстафету университетов перенесли на май. И каждое подразделение Казанского федерального смогло выставить свои сильнейшие составы. Так в забеге девушек победили студентки Института фундаментальной медицины и биологии. В мужском оказалась сильнее команда Набережно-Челнинского института. А среди смешанных команд первенствовали студенты Института управления экономики и финансов. Они же победили в общекомандном зачете, в очередной раз доказав всем, что экономисты быстрее всех. Кстати, апрельская эстафета закрыла программу спартакиады КФУ. Ее результаты подведут уже скоро. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюз.